В этот раз в чем изюминка? В том, что мы под одной крышей собрали, под крышей Госкомвоенпрома собрали не только предприятия, которые входят в нашу систему, но и предприятия оборонного сектора экономики Беларуси. Это и предприятия, которые входят в структуру Министерства промышленности, частные компании. Концепция, которую мы решили предложить для конкретно этой выставки, это комплексная система. Потому что сейчас силовые ведомства заинтересованы в готовых решениях. Да, то есть они отдельно не будут покупать отдельно беспилотник, отдельно систему наблюдения, отдельно систему поражения. Под ключ. Это имидж предприятия нашего, конечно же, ну и привлечение иностранных специалистов для покупки нашего товара. То, что сделали мы сейчас, ну, не каждый легковой автомобиль так оснащен, как наш автопоезд. Интерес, конечно, большой. Вот с первого дня мы видим, уже только выставка открылась, а у нас уже достаточное количество высокопоставленных делегаций. С нами выходят на контакты еще до начала выставки, заранее просят зарезервировать время для посещения белорусского павильона. Вот особенно на наши клиенты из дальних регионов. Белорусская армия, спецподразделения, да, подготовлены, и техника лучшая, да. Чтобы войн не было, надо все-таки иметь оружие, вот тогда их не будет. Это такая площадка, на которой, ну, если, может быть, не подписываются контракты, она, наверное, не очень для этого предназначена, но какие-то уже ключевые договоренности достигаются. В том числе, конечно, знакомиться с основными нашими новинками, которые мы еще не показывали нашим традиционным партнерам. Такие новые тренды, которые мы здесь тоже на выставке видим. Везде мы конкурируем, скажем так, уверенно. Мы очень высоко. Для такой страны, как Беларусь, это очень серьезный показатель. Вот. Но тяжело делать какие-то прогнозы, потому что прямой зависимости нет, что нагнетается международная обстановка, значит, вы должны больше продавать. Тут другие факторы несколько играют, поэтому не просто этот рубеж удерживать будет. Тем не менее, основания для оптимизма имеются. То есть вопросов к белорусской технике нету, вопросов к ценам тоже нету. Уровень доверия очень важен, поэтому очень важно вот показывать то, что те продукты, те технологии, которые мы продаем, пользуются государственной поддержкой. Это тоже очень существенно.